Ежегодно 1 апреля во всем мире отмечается День дурака, или же День смеха. Люди в разных странах разыгрывают своих родных и близких, подшучивают над знакомыми и забавляются, забывая или не зная о том, что в этот день, помимо такого веселого праздника, вся планета отмечает Международный день птиц. Он возник в США в 1894 году, а получил свою популярность благодаря СМИ. Мы тоже не стали обходить его стороной и решили посвятить ему наш репортаж. Оперение птиц, их нрав и повадки воспеты во множестве легенд и сказок. В древности многие птицы символизировали различные божества. В славянских представлениях считалось, что на крыльях птиц прилетает весна. Пение соловья на востоке и на западе символизировали любовь. Уже в языческой дохристианской Руси птицы почитались очень высоко. Им приписывалась особая роль. Не случайно у русских людей столько птичьих фамилий. Скажите, пожалуйста, как вы думаете, фамилия может охарактеризовать человека как имя или знак зодиака? Нет. Не думаю. Да, думаю, что да. Может быть, наверное. Нет, не думаю. Не знаю, я в это не верю. Я думаю, что нет. Ну, наверное, да. Ну что? Не знаю, я думаю, что да. Может охарактеризовать. Ну, кредка оста инфлюенциазм другаре масура, да, да. Не думаю, что фамилия каким-либо образом влияет. Единственное, как она может отразиться, если звучит необычно или происходит из другого языка. Самой распространенной фамилией происходящих от птиц является Соколов, на втором месте – Лебедев, на третьем – Соловьев. Среди таких фамилий есть как очень изящные и величественные, так нелепые и смешные. Голубев, Журавлев, Кукушкин, Сорокин, Дроздов, Галкин, Гусев, Уткин, Петухов. Скажите, каким должен быть человек с фамилией Орлов? Орел? Не знаю. Храбрый, быстрый, не знаю. Петухов. Петухов. О, любит подраться, как любит поспорить и так далее. А утки? Любит печь утки. Ну, каким должен быть человек с фамилией Орлов? Не знаю. О, наверное, здесь, да, я соглашусь. Характеризует, наверное, что он, не знаю, душевно крепок и что-то типа этого. А Петухов? Ну, не знаю, это уже я не соглашусь здесь. А Уткин или Гусев? Это смешно. Скажите, каким должен быть человек с фамилией Орлов? Орлов? Александр. А какие-то его качества как человека? Должен быть коммуникабельным, умным и мужественным. Орлов. Хорошо, а Петухов? Петухов. Ну, смешным. И дружелюбным. Сорокин. У меня есть друг с такой фамилией Сорокин, и ничего особенного у него нет. Обычный человек. Каким должен быть человек с фамилией Орлов? Перник. Дразнец. Сильный, смелый. Камашай. А Петухов? Ну, распун. Не могу ответить. Почему? Он должен драться, наверное, нет? Посибир. Возможно. Хорошо, а Гусев? Гусев? Гусев действительно может драться, потому что они все время дерутся. И как должен выглядеть человек с фамилией Орлов? Орлов? Ну, может быть, он, у него, как у Орлов, он может хорошо смотреть, далеко видеть, как бы. Хорошо. А человек с фамилией Петухов? Петухов, ну, это, не знаю уже, как объяснить Петухов. Каким должен быть человек с фамилией Петухов? Он нормальный, пробабил. Нормальный человек. Функционар. Возможно, какой-то публичный. Не знаю, почему мне так кажется. Ши камати, то он комун. Обычный человек. А Кукушкин? Это паркезный персонаж. Они похожи на гоголевских персонажей. Он всегда использовал говорящие фамилии. Ну, давайте еще представим последнего человека с фамилией Уткин. Мне кажется, не стоит обращать на это внимание, потому что мы ее не выбираем.
В настоящее время среди носителей птичьих фамилий много серьезных и знаменитых людей. Например, художник с мировым именем Кукушкин Олег Геннадьевич, чьи работы украшают Третьяковскую галерею, Эрмитаж и собрание Ватикана. Однофамилец Кукушкин Вадим Юрьевич – один из самых знаменитых ученых-химиков мирового уровня. Среди наиболее известных носителей фамилии Уткин – Василий Вячеславович, российский спортивный журналист и телекомментатор, актер театра и кино, теле- и радиоведущий. Конечно, выдающихся людей, которые носят такие интересные фамилии огромное количество. Но какая разница, какая у вас фамилия? Главное, чтобы человеком вы были хорошим.